Стартовал форум с пленарного заседания, на котором были озвучены позиции государства по поддержке различных форм семейного устройства детей-сирот. По сравнению с прошлым годом, количество организаций, занимающихся сопровождением опекунов, возросло в 2 раза. Сеть ассоциаций приемных детей стала активно развиваться в регионах. Все это следствие форума, который стартовал в 2012 году. На тот момент банк данных сирот насчитывал 119 тысяч детей, ожидающих усыновления. Сейчас же их число сократилось до 62 тысяч. Немаловажную роль сыграла прямая линия с президентом, прошедшая в апреле 2013-го. Тогда во многих регионах приемные семьи были приравнены по статусу к многодетным. Выросло число приемных семей, воспитывающих 5 и более детей. Выросло число детей с особенностями, переданные в приемные семьи, за 5 лет почти на 60%. Более чем 2,5 раза увеличилось число кандидатов, усыновителей, приемные родители. Делать большие шаги к достижению главной цели, чтобы у каждого ребенка была своя семья, государству и местной власти помогают специализированные организации. В регионах создаются советы, сообщества приемных родителей, ассоциации, которые помогают подготовиться и оказывают поддержку при адаптации ребенка в замещающей семье. В Сочи, например, насчитывается 600 таких семей, каждая под контролем специальной городской комиссии. Профилактика проводится и среди биологических родителей. В город Сочи сегодня приезжают все со всех регионов России. Только в этом году 5500 новых детей мы приняли в наши школы, не считая 1 класса. Это огромная миграция, которая происходит в сторону Сочи. И, к сожалению, не всегда благополучные семьи сюда приезжают на место жительства постоянное. Поэтому мы стараемся, у нас специфика учета с первого дня их пребывания. Как только семья переезжает, мы ее независимо в хорошем она материальном состоянии, идеологическом, мы ее все равно, она для нас учетная. То есть мы смотрим, если там действительно нет проблем по семье, мы ее убираем с учета. Краснодарский край, кстати, стал одним из первых по установке бэби-боксов. В сочинском роддоме за 6 лет в боксе был оставлен один ребенок. Как правило, отказываются от детей с физическими отклонениями и требующих специального медицинского сопровождения. Но и такие дети все же находят любящих родителей. А опекунам в этом случае необходима правильная психологическая поддержка. Поэтому многие психологи стараются принять участие во Всероссийском форуме приемных детей. В нашем Краснодарском муниципальном районе примерно 200 приемных и опекунских детей воспитываются в замещающих семьях. А этот форум мне поможет, может быть, в том, что, во-первых, это новые знакомства и, прежде всего, это обмен опытом. Форум – хорошая дискуссионная и обучающая площадка. Проводятся круглые столы, где обсуждаются вопросы эффективности подготовки и сопровождения семей, принявших на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении. Проходят тренинги, мастер-классы, а также интерактивные мероприятия по проблемам воспитания приемных детей и отношений в замещающей семье. Но главный итог форума – это возможность формирования новых законодательных проектов, направленных на улучшение материальной поддержки приемных семей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.